Если смог подняться, бро, ты будешь признан. Отправлю ссылку на этот, на вот этот. Я хочу природу показать. Доброе утро. На территории комплекса ездил автобус, на котором можно было доехать до парка бесплатно. Но мы любили ходить на работу пешком, наслаждаясь красотой местной природы и пробуждаясь во время ходьбы. У них порции тут по 50 грамм, оказывается. Я чай взял не 100 грамм, а 50 грамм там. 5 юаней — это очень много. Для монеты. Это как у нас там 5000. Если с нашими сравнивать, с деньгами. Кто-то слушал музыку, кто-то общался, а я любил слушать аудиокниги. Даже не 5, это 6000. Утром было немного пасмурно, но все так же красиво. И всю эту красоту подчеркивала фоновая музыка, которая постоянно играла на этой территории. Здесь природа просто как в ботаническом саду. Мы пока идем на работу, вот эта вся красота очень-очень вдохновляет, радует. Здорово. Прямого эфира. Смотрите вот на эту Такие замки, как не знаю. Как ты расскажешь про этот замок в Ташкенте? Мать там вообще пиздец, короче. Вот все. Понял, да, пиздец. Медведь ездит только вот полосатый, короче, да, вот стоит, обнимается с кем-то. Что там, когда нам идти? Бродяга, передавай привет там. Ташкент, салам алейкум. Слушай, что он мог сказать? Ну, утро пока, да? Сейчас он разгонится на такой вызов, да, что всем мало не покажется. Надо просто будет... генератор идейной мысли. Да? Записывать блокнотиком надо будет с ним ходить сейчас. Проснется пацан. Чуть попозже. Не, потом просто вот этот момент нужно перематывать, люди смотреть и запоминать как-то, на ус наматывать. Надо сейчас, когда он придет, ты такой снег, говорит, найдяки, как это надо. Да, да. Это надо снять. Доброе утро. Все не китайцы здороваются друг с другом на улице, даже если не знакомы. И с легкостью заводят разговор, чтобы познакомиться. Наш парк называется Парадайз. Ну, тут действительно такие деревья, такая зелень. Как в раю, наверное. Очень классно. Красота. Обратите внимание на дороги.
дороги гладкие. Вечером вообще как зеркало выглядит. У нас было именное удостоверение, которым мы могли открывать дверь своего номера в гостинице и турникеты на проходной в парк. А еще с ним мы могли ездить бесплатно на автобусах и посещать тренажерный зал. Здесь зона для репетиций, а это одна из сцен. Это сцена театра, на которой мы будем сейчас репетировать. Покажем свой номер, и когда его утверждают, мы уже показываем его на большой сцене. Костюмы холодные. Я меня снимаю, да, я стараюсь, чтобы ты не заметил, но не получается. В роли силача нашего, что? Перед выступлением мы тренировали трюки и репетировали номера. Наши братья. Hello. Hello. How are you? Good, good. Good. Все, отрепетировали, идем теперь на завтрак. Столовая. Женеч, ты рад, что мы идем кушать? Настроение ноль. Настроение вертушка? Да. Руки помоем. Вот здесь есть два варианта. Есть китайская еда
есть американская еда. На любой вкус. Какую хочешь, выбираешь. Но можно выбрать только что-то одно. Или китайскую, или американскую. О, давай. Вот. Thank you. Нормально. Нихао. Все четко. Куда сесть? Ты что, картошку выбрал? А ты что, китайскую выбрал? Да. Чистый китаец. Чай. На свай. А рис можно брать сколько угодно, вместо хлеба. Хотите, возьмите по одному. Вот где я не хочу, чтобы будет. И вот после репетиции мы покушали. Сытно, вкусно. И... выступление наше теперь у нас через полтора часа. Сейчас немножко отдохнем, повторим постановочку и будем работать. Эту сцену в стиле каунтри подготавливали американцы, и артистами этого шоу тоже были американцы. Но потом администрация парка решила заменить их на артистов из Украины. Для китайцев на вид не было никакой разницы. Они с трудом различают людей европейской внешности, так же, как и мы их. Это шоу мы называли «Дровосеки» и смотрели его в перерыве между нашими выступлениями, когда отдыхали. Сейчас 15 минут еще, пока все выступили. Давай, давай. Нет, долить надо чуть-чуть. Ну, впитал. Женячек, долей. Не, вот отсюда я долью. Давай, ты давай. Давай. О, красота. Бери. Ну, так, все замочили. Так, мы с Женей. Вот, смотри, давайте начнем с диска. Вот, вот это вот как раз диск. Это для бриза. Отсюда. Вот отсюда. Шли, я осталась здесь, а вы там. Сзади? Все, я вышла, сделала тун-тун-тун-тун. Ну.